Это Нью-Йорк, детка, опустошенный Нью-Йорк. Сегодня вторник, 17 марта, время чуть больше 6, и я стою сейчас вместе с вами вот прям практически в этот момент, когда вы смотрите на Таймс-сквер, на главной туристической точке Нью-Йорка. И, конечно, не так мало народу, как хотелось бы для картинки, но действительно надо сказать, что Таймс-сквер немножко поредела, и обычно здесь гораздо больше людей. Я сегодня решила просто своими глазами, так сказать, воочию убедиться, что происходит в Нью-Йорке, потому что много слухов, говорят, что закроют метро, что не будет продуктов или что они будут. И мне просто стало интересно, потому что мы, друзья, с вами находимся в исторический момент сейчас, когда, ребят, первый раз в жизни истории человечества нас всех посадят дома, и все наше общение будет зависеть только от работы интернета и социальных сетей. Мне кажется, потом в учебниках истории будет что-то написано, что в 2020 году произошел экономический коллапс, вирус и так далее. Но это все не так важно. Просто мы должны сейчас с вами все понять, что жизнь меняется. Жизнь меняется, и как-то к этому приспосабливаться. В общем, хочу быть частью истории и решила просто покататься на скутере, посмотреть своими глазами на Нью-Йорк. Всем оставаться здоровыми, сейф, и подписывайтесь на канал. Это Нью-Йорк, детка, друзья. Будьте здоровы!